В рамках столетия республики в Петрозаводске отремонтируют Зарецкий парк. Там обновят смотровую площадку, где установлен памятник Пушка, выложат брусчатка пешеходной дорожки от улицы Луначарского и площади Кирова, а также установят новые скамейки и урны. Почтовые конверты с изображением прославленного карельского композитора Гельмера Синесала выпущены миллионным тиражом. Маркированные конверты к столетию со дня его рождения созданы в рамках действующей филателистической программы, принятой правительством Карелии и компанией «Марка». С 22 июня на стадионе «Юность» Петрозаводске начнут сдавать нормы ГТО, но только по предварительной записи. Оставить заявку можно через соцсеть ВКонтакте или по телефону. Музей изобразительных искусств Карелии представит тактильные копии картин Айвазовского, Чернецова и Браза для людей со зрительными патологиями. Произведения можно будет не только увидеть, но и потрогать уже этой осенью. Всероссийский онлайн-выпускной пройдет 27 июня. В нем примут участие выпускники со всех уголков страны, ректоры ведущих вузов, блогеры и известные артисты. Трансляция будет доступна в группах Минобрнауки России и «Россия – страна возможностей» в соцсети ВКонтакте.